бактерии. О, это тоже отдельная тема, так же, как и Демодекс. Почему я касаюсь этой темы? Да потому что, по большому счету, когда ко мне приходит пациент на консультацию, и я его опрашиваю, я понимаю, что все его домашнее лечение, по сути, было направлено на то, чтобы избавиться от каких-то там бактерий. То есть даже если человек сам не осознает, что он пытается, то есть он пытается очистить, подсознательно пытается очистить лицо, убрать, намазать какой-то антибиотик. То есть в голове у человека подсознательно сидит, что причиной акне является грязь, является бактерии, поэтому надо их удалить. На самом деле, действительно, у нас есть на коже пропион бактерии акне, их сейчас называют кутибактерии акне. И да, она в определенной степени влияет на течение акне, так скажем, да, но абсолютно так же, как и демодекс, клещик, о котором мы уже говорили, эта флора сапрофитная, то есть она условно патогенная, она также сидит спокойно, никого не трогает, пока кожа здорова, но как только в коже начинается воспаление, закупорки, бактерии становятся хорошо, комфортно, она начинает размножаться и, собственно говоря, тоже влияет на течение и на тяжесть вот этого самого процесса. И, конечно, самое главное, что стоит сказать, что все вот это очищение бесконечное, скрабы, спирты, оно в любом случае никак не повлияет на вот эти бактерии, поэтому делать это в домашних условиях, особенно по самоназначению, не надо. И не надо ни в коем случае скупать все подряд в аптеке антибактериальные мази, потому что если вы просто элементарно посмотрите рекламу по телевизору, то есть все эти зинериты, базироны, ну там, конечно, не только антибиотики, но в основном в составе этих препаратов в большинстве именно антибиотики. И вы начинаете все это наносить на лицо, и в итоге немного улучшается ситуация, но совершенно не проходит вот это акне, потому что сам по себе антибиотик, он не устраняет акне, просто потому что сама вот эта бактерия не является причиной акне, она может лишь усугублять процесс. Безусловно, дерматологи, косметологи при лечении акне мы назначаем и системный антибиотик, то есть внутрь, мы назначаем наружно, но мы назначаем их как часть общего лечения. Не отдельно помазать просто, а в целом мы корректируем питание, назначаем обследование, мы назначаем еще дополнительно другие препараты, комбинации. Мы назначаем это так, чтобы ни в коем случае у вас не появилась устойчивости вот этих бактерий к вот этим самым антибиотикам. Поэтому помните, бактерия не является первопричиной, и дома самостоятельно мазать антибиотиками все это дело и пытаться вылечить не нужно. Вы только себе навредите, и вы усложните в дальнейшем работу врачу, который будет пытаться вылечить вам акне.